дать кусочек классики для классика и чуть-чуть поднять вам настроение. Всех приветствую, я Диана Юлия, автор видеоблога, персональный стилист и эксперт в типологии внешности Двин Ларсон. Очень давно не была с вами на связи, был непростой период в моей жизни, но сейчас все замечательно. Я очень рада вернуться к вам и быть снова для вас полезной. В предыдущих видео мы прошли с вами все чистые и смешанные женские типажи системы Двин Ларсон, а также три классических. Поэтому общего обзора у нас не удостоился только типаж классик гамин, или по-другому динамик, речь о котором пойдет в этом видео. Во внешности гамина классика присутствуют черты и линии от всех четырех основных типажей – гамина, натурала, драматика и романтика. Причем порядок их может быть разный, но всегда идет преобладание вечной юности и деликатности типажа гамин в балансе классика. Чуть смягченная и угольная симметрия в чертах лица и тела. В линиях идеальность, фигуристость классика и внешняя миниатюрность, динамичность гамина. Идеальная птичка, педант, аккуратистка и озорница в одном флаконе. Силуэт в одежде слегка приталенный, полуприлегающий и разбитый наверх и низ. Четкий крой, цветовой контраст и присутствие насыщенных оттенков, но лишь как ярких акцентов, приветствуется. Все симметричное, рукав вточной, плечи подчеркнуты, декольте и вырезы аккуратно угольные. Важное условие – чуть плотные ткани или держащие форму ткани, высокие по качеству. Длина силуэтов от мини до миди. Юбки, платья четко скроенные, полуприлегающие, прямые, если расклешенные, то со скульптурными складками. Высокая посадка. Модели брюк лучше всего укороченные, от шорт в брючном стиле, бермуд до брюк с открытой щиколоткой. Модели со стрелками в мужском стиле. Формы и детали, украшения и бижутерия угольные, симметричные, со смыслом. Узоры и принты угольные, геометричные, динамичные, средние и небольшие по размеру, а вот детали и декор в одежде чуть крупнее принта. Обувь и сумки, главные уборы минималистичные, четкие по форме, геометричные, небольшие, мелкофактурные, элегантные, но стильные, с контрастными деталями. Прически и стрижки могут быть как классическими симметричными, так и асимметричными. Но симметрия всегда удачнее, так как это прежде всего классик. Длина волос средняя и короткая, небольшой объем, ухоженность и аккуратность. Оттенки в макияже должны быть натуральными, глубокими, но чуть приглушенными, аристократичными. Матовые или чуть-чуть сияющие спокойные поверхности теней и помады. Акцент на глаза или губы, либо на то и другое вместе, на вечер. Классический вариант макияжа также очень удачен. Каждый образ гамина классика должен излучать благородство, аккуратность, аристократизм и немного дерзости, озорства. Представительница типажа классик гамин, главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур, создательница нашей любимой типологии «20 типов красоты» Двин Ларсон, которая сама себя отнесла к данному типажу, и американская актриса Кейт Босуорт также относится к типажу классик гамин. Точно определить ваш типаж внешности по типологии Двин Ларсон, определить доминанты лица и фигуры и как с этим работать, чтобы эффективно осуществить преображение, может помочь только грамотный и опытный специалист. Поэтому жду ваших обращений за типированием. Не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх для дальнейшей моей мотивации. Всем отличного дня и до встречи!